Игровые рукава. Я думаю, многие видят, что большинство киберспортсменов на них играют, а также стримеры, каждый надевает рукав. И многие, лично мне тоже на стримах, задаются вопросом, зачем они нужны. Поэтому в этом видео я сыграю одну катку без рукава, а вторую катку с рукавом. И сравню свои ощущения. Лучше, удобнее, как, чё, набили больше фрагов и все подобное. Так сказать, дает ли рукав скилл? Друзья, конечно, заранее лайк, подписочка на канал. ТГ канал тоже называю розыгрыши, всякие спойлеры к роликам и все подобное. Также Twitch канал, где стримим практически каждый день, все ссылочки в описании. Поэтому полетели уже сразу в КС-очку. Ну чё, мы уже в КС-ке. Первую катку будем играть без рукавов. Кстати, со мной сегодня играет, извините меня, Пуша. Человек, который играл в ПЛС. 4000 плюс села, ну и просто красивый мужичок. Здорово. Я просто могу сразу с разминки сказать, что это непривычно. Мне лично уже без рукава играть. Совсем не то скольжение. Слушай, я вообще на самом деле рукав использую, когда рука потеет. То есть именно запястье, локоть, вот это место потеет. И мне не нравится, когда об стол. Ну, в общем, сковывает движение. Вот этот пот, жир, который у нас есть. Вот для этого рукав вообще имба. Я не знаю, как мы раньше без рукавов играли. Вот, ну как-то играли. О, не знаю, я, наверное, набью фрагов 5. Просто это, не знаю, не хочу преуменьшать, но просто реально, я уже чувствую, как у меня вот кромка коврика трется об этот. Ну да, где непривычно. Тут? Вот что это значит тело? Ну где вены, короче? Что, будут нереальные тактики 4000 эльны какие-либо? Я бы заколил, но смоки не залетают же на этом секрете. Че? Ой, ой, алло, под паласом убийцы, спасибо. Как же повезло. Это сбил чувачок. Уже не могу нормально навести. Первый. Второй. О, посмотри на наши пинги. Блин, у тебя... Почему у тебя повысился? Но хочу подметить то, что у Пуши пинг меньше, чем у меня, но при этом мы живем в одном доме, подключены к одному роутеру. Кого-то меня чужую руку дали в руку, и я чужой рукой управляю. Ладно, тут уже вот это... Ты придумал. Нифига, я читаю чела. Раз, два, три. Не, ну слушай, Дали. Я такое ощущение, да я на сильвер... Найс, меня убили, чел в джангле. Такое ощущение, что на сильвер зашел, но все равно как-то... Ладно, вот ты 4000 эл, я 1500 эл, сейчас покажу, как дела стрелять. Смотришь? Ой, так у меня 48 хп уже, но это ладно, это не важно. Угу, давай я записываю. Вот так стреляешь. Не, я сам в шоке, как у меня это залетело. Все, наказали. Ладно, я на один шот смог что-то дать. Смотрим гениальную разыгровку. Мне кажется, он возьмет. Ой-ой-ой, даже... Не говори, что надо обходить, что бомба не под него. Ну, то есть дурак. А, нет. Ладно, тут битва умов произошла. Опа, вижу дуло. О, ему фигово. Какой у него хп? Я не знаю, меня... А, под коврами. Да я не могу на него нацелиться, вниз просто навестись. Мне именно тяжело вертикальные движения производить. Скольжение не то, потому что вот тут коврик угол острый, но мне реально непривычно. Опа! Че у меня мышка разъезжается? Смотри, он даже не успеет меня увидеть, у него уже голова отлетит. Это такой угол классный. Показываю. Сумасшедший просто псих. Ой, а что? Ты... Что? Реально, нам просто поперло. Просто ванта попалила на... Ой. Ну, ванта, пожалуйста. О, ладно, спасибо. Куда? Ну, чисто главное попросить, мысли материальны. Опа, кончик, кончик, кончик. Я отомстил. Нормальный мувмент? На какой левел мувмент? На первый примерно. Пошел нахер. Ну, зажим тоже, как бы, с божьей помощью в голову залетела. Пит. Ой-ой-ой. Я не могу за ним вести просто. Это из-за рукава. Это 100% рукава. Ничего не... Ладно, эта катка, это просто нечто, что мы либо сосем прям смачно, либо просто вот так вот их жестко. Другого среднего не дано. Я не могу! Ой. Не, я говорю, я рукав одену, просто не будет зажимом. О, что? Я же отошел. Понятно. Ладно, половина закончилась. Ну, во-первых, ну я смотрю, тебе вообще плевать, да, там глобалы, не глобалы, какие звания, как бы ММчик. Тут типа рукав, не рукав, хоть ему руку оторви, все равно то же самое будет. Я вам говорю. По моим личным ощущениям, я не знаю, как я 15 стрелял, это типа средним в один килл за раунд. Без понятия, как. Я чувствую против нас реально. На эко, как обычно. Челы, ну, точно не глобало. Но это на самом деле к лучшему, реально. Пока я не в лучшей форме, сидеть вот так вот против таких легчайших противников вообще кайф. Это выходит. Я смотрю, неплохо прицел ведешь. Да, 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 да.
Ну смотри, реально, ну типа, пули две, мне дай на всю катку и все. Первый есть. Я не знаю, как это делаю. Справа, видел оранжевый, справа. Ну нет, ну это уже грязно. Ну это уже... Ой, блядь! Ты забыл кнопку нажать, что ли? Ну, тяжело, не, все равно тяжело зажим контроль, мне уже реально не становится больно руке. Ладно, ладно, уже мимо начал переводиться, ну. Ух ты! Ладно, это вообще, я не знаю, мне просто... У меня это моя самая везучая катка в жизни. Почему-то я рукав снял, у меня началась самая везучая катка в жизни. Может, мне как-то, ну, манна неудачная была, но... Либо там, ну, либо второй вариант более очевидный, то, что там играют, ну, реально вообще какие-то, ну... Голдновы. Что? Что? 4000 ЛС, если кто не знал. Ой-ой-ой. Что ты там про 4000 ЛС говорил? Чего? Вопросов нету, ты со мной фраги дожираешь. Да? Серьезно? Да? Хорош, блин. Да, я наблюдаю так за ней. Вот это вайп. Ну, блин, ну было бы красиво, ладно, было бы красиво. Ладно, что, каточка закончилась, что по статье? У меня 26 на 23, у Пуши 34 на 16. 2 КД, 1 КД, по хэдшотам, в принципе, ну, все видите, стату, вот. Но и при этом мы сыграли, сколько раунд? 27 раундов. Поэтому я предлагаю сейчас одевать вот эти прекрасные рукава. О, мне хлопало вернули! Реально? Да, я говорю, мне какая-то просто, у меня самая моя удачная катка в жизни. Вот, поэтому мы сейчас одеваем рукава и идем уже играть в них и тестить, будет ли какая-то разница по ощущениям, как минимум. Если что, многие спрашивали, типа, что за рукав, или вдруг будет спрашивать, типа, где можно купить? Купить можно в моей группе ВКонтакте, так как это мой личный меч, сам дизайнер, ребята, вот такие вот рукава. Также есть его белая версия, на самом деле я их уже релизнул пару недель назад. Осталось их совсем мало, и вдруг, если кому-то надо, понравились, можете спуститься в группу ВК, забрать там парочку оставшихся штук. Ну вот и каточка нашлась, в этот раз начинаем за КТ. Видимо, в этот раз палец нормальный глобал, а не как в прошлый раз. О, боже. Ну да, кстати, они посильнее. Та катка, это была просто везение максимальное. Хреново противники, залетали шоты, и никто не выходил. Потому что вот дефолт ММ, я каждый раз сажусь записывать ролик, кто-то выходит с катки. Ну, это типа традиция какая-то, типа, видят меня, надо ливнуть. Да как он это там... Не, там реально я не... Похоже на ПМ. Вот как не, потеть, это... вот как потеть, вот как здесь потеть. Фина там. О боже. О боже, отрубите мне руки. Адер минус 40. Да что? Таис что-то раскидывает, там смотрит на свою удачку, причем он смотрел. Да, да, да. Такой юморист, я не помню. Куда мы попали? Я говорю, просто катки в ММ бывает такое, что все играют стабильно. Либо один раунд просто все-всех выносят в одни ворота, либо сосут. Между не бывает. Я просто с ума схожу, серьезно. Что это за таймер? Как можно так медленно играть? 90. Ага. Ай-яй-яй. Дурачим было. Блин, если бы в ногу не попал. О! Подожди, он софтом? Он капец ставит. Он и на миду тогда две шляпы поставил. Подозрительно. Смог бомб. Что-то как-то уверенно, яму ждет. Да. О! Два. Реально, кто это? А кто? 22? Чё за хребет? Реально вот в углу 22 зрителя. Это реально очень позитивная катка. Один чел лагает, 22 зрителя. Челы вылетают, перезаходят там. Фаер без башки. Бол. Есть. Ой, мне тоже по башке дали. Уверенно. Разменчик. А, кон! Ладно, такой не читаю. Нифига я там всех накоцал! На самом деле, вообще уже честно, пофиг на всю сату. Я просто в КС играю, я кайфую от того, что у меня руку не режет. У меня второй слой кожиков. Да ладно, ну реально, тут уровень игры у челов не второй левел уже, примерно в среднем восьмерочка здесь. Еще уверен, надо пикнуть на широком. Капец, гений! Ладно, позорная половина максимально. 31 зритель уже в катке. Это вообще просто. Ну, в принципе, я и не заявляю, что не прибавляю скилла. Это чисто комфорт. И комфорт очень удобный. Стоит, смотрит на меня. И сразу две хаешки еще мне. Тихо, 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 не надо. Ты ни хрена у них там. Давай, ай, сама. О, псих! Нет, я ему пофиг на молик, вообще. Это вообще просто три хаешки в меня прилетело.
2 молика, смог. Игрока выгнали голосованием. Лол, он что, троллил? Я не знаю. Это который еще в молик вышел, меня убил. За что его так? Ладно, заслуженно. Карма есть, ребята, знаете. На базу. Опа. Чё он? Сандра, да. Это такие троллят. Они просто, он дулом дёргал, чтобы меня отвлечь. Это просто. Набрил твою работу. Да иди нафиг с этим бомбой, бомбонос. Веселый водовоз. Чел своего жопы. Естественно, мы тут стреляли гораздо хуже, потому что, ну и против нас играют, ну, во-первых, чел и селе, во-вторых, они какие-то психи. Вы сами, я думаю, все видели. Прошлая катка, это вообще, не знаю, аномалия. Но опять-таки, рукава, я считаю, скилл никакого не придают, но комфорт и в некоторых ситуациях реально может быть лучше. Есть разница? Заказывайте рукава. Рукава в описании, ребята.